Прикольно. Построил Моти скворечник рожать. И туда коты залезли. Это Мотин скворечник, Мотя. Мотенька, это твой скворечник. Папа тебе халабуду построил. Место рожать. Вот и бомбосик такой, бомбосик. Скоро рожать будем, да, Мотенька? Мотенька моя хорошая, Мотя. Айки. Дашь, папа, котяток? Ну, ладненько. Вон они, котики. Это красавчик. Ему год. Это вон фартовый. Фартовый. Значит, цель видео — строим. Строим новую конуру для кошки Муси, для потомства. Потому что старая уже провонялась вот этими котами. Она, наверное, туда, ну как не наверное, а 100% не пойдет. Сейчас покажу, как это все сделал. Зимой присмотрел на работе коробку из-под холодильника. Вот вовремя ее унес домой. Сейчас покажу, как из коробки из-под холодильника сделать хорошую конуру. Вот видно, да? Это такой конструктор. А это павильон. В том году мы вот эти коты взрослые, красавчик и фартовый, 6 котят было и кошка Муся. Это вот такой с Николаем Тимофеевичем мы сварили павильон. Ну, где-то 200 баксов обошелся он. Это я деньги получил от Бифри, касса взаимопомощи Бифри. И вот на 9 мая мы с Николаем Тимофеевичем вот металл купили, сетку, и вот сделали забор профильный. Вот здесь все, калитку подкорректировали. Вот крышу сделали вот такую, да. Вот, все нормальненько. Значит, цель видео, это вступление было, как сделать из коробки из-под холодильника место, ну не знаю, для щенят, для котят. Вот, значит, смотрите, вот это из черного бархата, это в красной книге, вот такой тренажеры, котята вообще огонь, они с месяца там у меня на YouTube-канале Владимир Стороженко, котята акробата, акробаты, в месяц они начали вылазить уже из вот этой высоты, видите, до конца нету сетки, вот из этой высоты они стали выбираться, и выбираться по двору, короче, гулять. Ну все, значит, уже 2,5 минутки. Сейчас вытащу коробку, покажу, как это все устроено. Это Ирина Борисовна наволочку чистенькую, постиранную, выделила постелить, как перина, да? Видно? Видно, да? Ну вот сейчас буду заниматься. Значит, вот скотч, ножик. Будем, значит, как делается конура для котят там или для собак. Покажу. Знающие люди-то, конечно, знают. Я видел такие павильоны, что двухкомнатная квартира для классных породистых собак. Когда покосом занимаюсь на коттеджах, там двухэтажных, трехэтажных, с бассейнами, там бассейн детский, бассейн взрослый. Ну, вертолетную площадку еще не косил. Вот, значит, смотрите, вот такой павильон. Это вот пенопласт такой жесткий снизу, чтобы дно картона не промокало. Значит, это вот сбит такой пол деревянный. Там, значит, под горшок вот входит, значит, с наполнителем. Вот выпилено отверстие, да, вниз туда таз подставляется и просыпается туда все, проливается. Значит, вот такой классный, это липа, липа, вот ствол такой, шест вертикальный, это вот черный бархат, это тополь. Вот так. У меня было 3 таких уровня, высокий, средний и на крыше, на
конуре, да, вот так. Вот так получается. Любят котята вот так. Ну и снимать удобно. Они когда все вылезут туда, лазят по вот этим всем лианам. Значит, вот такой павильон, да? Ну, понятно, что он не закрывается. Это мы делали, потому что собаки соседские без привязи бегали, чтобы было место, пространство, да, личное у кошечек. Я тут немножко скотчем прихватил, значит, чтобы показать конечный результат сразу. Смотрите, суть в чем, так как это все картон, и он может развалиться, чтобы пожестче было, значит, смотрите, как это говорится, лекало, да? Давайте буду комментировать. Вот получается холодильник, да? Получается, отмеряем снизу вверх, какой высоты будет конура. Значит, и можно было, конечно, под конус срезать, чтобы крыша была жесткая, да? Но я сделал ее прямо, и как в балагане, кто таежник знает, чтобы конденсат уходил с палатки, да, должно быть отверстие. Вот я сделал ее вертикальное, то есть горизонтальное, да, срез вот этот вот, срез вот этот сделал горизонтальный. А крыша, смотрите, чтобы добавить ребра жесткости, вон, кошка Муся пошла облюбовывать. Чтобы добавить ребра жесткости, видите, вот так вырезал, да, ну, сообразите, и чтобы было все еще жестче, вот так это загибается, замок такой получается своеобразный, и здесь на скотч, и низ на скотч, да, и получается здесь жестко, вот видно, да, смотрите. Получается, и здесь жесткости добавляется, и с крыши здесь вверху жесткости добавляется, и здесь жесткость, и здесь конденсат. Ну, так как уже сегодня 1 мая 2024 года, поэтому вот так, да. Теперь еще смотрите, очумелые ручки. Значит, так как они будут там писать, какать, у каждого холодильника есть вот такая основа, пол, да, пенопласт. Вот такой. И туда, там же был и... Там же был и целлофан, да. Вот целлофан просто обмотал в 2-3 раза, да, закрепил скотчем со всех сторон. Вот получается вот это целлофаном, да, как оно в мешке поставил, обмотал. И уже не будет оно мокрым. Ну и им будет, на полу будет им потеплее. Значит, отверстие для конуры... Ну, на какой высоте? Кошка-то по-любому запрыгнет. У меня кошка те два выводка весной и осенью вообще прыгала вот так, через вот такую высоту, да? А котята потом начали оттуда вылазить, да? Поэтому вот туда целлофан, да? Можно скотчем обклеить. Можно, значит, вот такая из-под мандарин, из-под клубники в овощных ларьках. Можно вот такую штуку взять. Но она просто с запахом других кошек. Также вот туда можно поставить. Но опять же, между стенок будет пространство. И котята могут попасть туда, потом вылезут, не вылезут к мамке.
за сиськой. Поэтому я специально, так как лето, зимой это конечно поплотнее, а летом, видите, пошире сделал. Ну все, значит, огонь заделываем. Значит, смотрите, так как кошка Муся, Мотя, она у меня, это не наша кошка, на работе 2 месяца жила, это с работы я ее забрал. А у нас коты, вот Красавчик и Фартовый. Это вот с запахом кошки Моти. Вот сюда брошу. Чтобы Моти сюда пошла. Вот. И наволочку ей стерильную. Блин, как в роддоме, все стерильно, все ново. Сам бы жил. Иди, с любовью. Хороший денек сегодня, 1 мая. Ну все, огонь. Белая перина. Вот, смотрите. Видно? Все, белая перина. Мотя. Видишь, хозяин тебя любит. Ну и вот как я говорил. Ребра жесткости. Скотчного в помощь. Без скотча никуда. И низ также. Пожестче было. Соедини. Стянуть эту всю конструкцию, чтобы жестко было все. Друзья, чтобы не занимать ваше долгое время, я пока получше все проклею. Просто обозначил. Ну вот.
немножко перины. Сейчас мотю поймаем, запустим туда. Новоселье. Ну все, ждите видео с котятами. Это классно. А вообще, иммунитет зависит от позитивных эмоций. От позитивных эмоций. Я почему вожусь с котятами? Потому что, ну, стрессов хватает. Вот. Работаю, заканчиваю вот сезон 400 часов в месяц. В месяц, знаете, да? 30 дней, если 31, на 24, получается 720 часов, да? Вот 400 часов на работе. Физический труд, сутки через сутки, там сейчас каждую ночь, да, прерывистый сон. И так 7 месяцев, 6 месяцев, да, в году. Летом покос больших территорий. А 28 лет менеджер сетевого маркетинга, да. Это сам умеешь продажи делать, сам восстановили мы здоровье. Красота, lambre.ru, парфюмерия, косметика, более 22 лет. Парфюмерия, косметика, подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки. Lambre.ru, парфюмерия, косметика с Франции. Создание имиджа успешного гармоничного человека путем использования высококачественной косметики и парфюмерии и несения культуры красоты. Производитель фабрика техника Флор парфюмерии. С 1774 года династия господа Саботеры несут эту культуру по всему миру, да. И вот дистрибьюторская компания Lambre, ароматы под номерами, там 42 аромата дневные, вечерние, зимние, летние, ароматы, которые мы знаем в магазине, там Dior, Chanel, Geador, там Laura Biagiotti, Yves Saint Laurent, Chanel Coco Mademoiselle, Chanel Chance, много-много ароматов. Но они под номерами, цифра просто, да, также мужские, древесные, пряные, значит, океанические, там, цитрусовые, да, также женские, там, фруктовые, цветочные, косметика, декоративная косметика, белая косметика. И вот несение этих продуктов по всему миру, сами пользуемся, нравится. 8-9 лет назад пошатнулось здоровье, очень серьезное, жизнь-смерть. Между жизнью и смертью были. Вот БАДы компании Full Life Research. 4life.dv.ru, 4life.com. Вот. БАДы для компетентного иммунитета. Из молозива кров, из яичных желтков. Рыбы передают вот эту молекулу иммунной памяти через икру. Птицы и рептилии вынашивают свое потомство через яйцо. Передают вот эту формулу жизни. А все млекопитающие позвоночные через материнское вскармливание грудное. Да, только до молока грудного идет молозиво. Вот это иммунитет, врожденный иммунитет, который включает иммунитет у потомства, да, в первые три дня. Это как ключик к замочку, это как в компьютер новый купили, но ставим программное обеспечение, поставим антивирусную программу, да, точно так же. Вот Мотя пришла, Мотя, давай. Значит, там в павильоне ставим, чтобы проветривалось одно, тоже пенопласт жесткий. Я уже с опытом большую конуру построил. Большую конуру. Вот, притык туда. Большую конуру. Моденька. Кс-кс-кс-кс. Иди, моя девочка, иди, моя хорошая. Иди к папе. Сейчас я Мотю поймаю. Мотенька, иди, моя хорошая. На. Давай, мисочку, на. Ну-ка, давай. Давай, мисочку тебе. Вот, привыкай, вот твое место будет. Давай. Вот тазик тебе со свежей водичкой. Ну-ка, давай. Давай, вот моя хорошая. Вот моя пригожая. Давай. Иди, моя хорошая, иди. Ой, моя киска. А? Слово зимовало 2 месяца. Иди. Ой, красивая, прям надутый шарик. Мотя прям такая, смотрите, прям надутый шарик. Смотрите, какая она красивая, мордочка такая, харизма у нее. Молодец, Мотенька. Смотри, хозяин тебе какую конуру сделал. Смотри, какую конуру сделал тебе хозяин. Будешь там жить?
Будешь там жить? Ну-ка давай, Мотя. Давай. Вот так, давай потихонечку. Нормально? Никого там не было. Целочка. А? Будешь жить? Никого не было. Кто-кто в теремочке живет? Вон и красавчик тебе в гости идет. А? И красавчик тебе идет в гости. А? Ты, походу, седьмой котенок был из этого прихода. Да? Нормально? Теремок, кто в тереме живет? Друзья, ну, возможности есть и быстрые деньги в интернете, в правовом поле. Бифри, касса взаимопомощи, Бифри, деньги на каждый день, деньги на мечту. Ну, смотрите, YouTube-канал Владимир Стороженко, там много всего. Мы вот с кошками, благодаря кошке, это как партнеры. Мы пережили наводнение 2023 году в августе месяце. Если бы не кошки, нас бы в газете «Коммунар» не пропечатали. А вот у нас такой момент, что и кошек я там плод колотил, хотя 18 тысяч потопенцев было, 1600 домов, там, да, участков, там, садовых участков. А почему-то вот одну женщину, там у них трагический момент. И вот нас пропечатали за 14 сентября 2023 года газета «Коммунар». Ну, загуглите, там статья есть. Наводнение проверяет уссурийцев на прочность. Вот. Так что котики молодцы. Это вот Моти домик построили, да, Мотя? Все. Все, друзья. Кошкин дом. Верные друзья. СВВ. Стороженко ВВ. Аббревиатура. Вот. Значит, занимайте очередь на котят. +7 924 123 24 44 с WhatsApp, с Telegram. Котята будут спортивные, на тренажерах, натренируются. Приучим к горшку. Кушают они, как правило, все. И домашнюю пищу, и зоомагазина. И желеобразную, вот это вот 75 грамм там, желе там, с курицей, с ягненком, там, с лососем. И домашнюю пищу кушают, и кашки, и борщики, и сухой корм кушают. И в туалет ходят они за дом, за двор вон туда, видите, молодцы. Котики умные, встречают с работы, прям верные друзья, там провожают на работу. Ну, все как у всех. Все, занимайте очередь на котят. Это вот, вон, видите, все, живут дружненько, в любви, в заботе, без агрессии. Все, друзья, помогай Бог. Ну и помнить надо про доходы дополнительные, чтобы больше времени проводить с любимыми. И про здоровье. Самое главное – здоровье. Будь здоровье, будет все. Сами знаете, да? Вот. Желаю, чтобы в ваших семьях был детский смех, родительская мудрость, перспектива во всех сферах жизни, верные друзья и несколько источников дохода. YouTube-канал Владимир Стороженко. Там, где 2600 видео более и 1250 подписчиков. Потому что там есть однофамильцы. А мой вот канал, вот то, что я сказал. Пусть вам всегда помогает Бог. Кошкин дом. Построили мы из коробки из-под холодильника вот такой домик. Ну все, смотрите видео позитивные про котят. YouTube-канал Владимир Стороженко.